Хе-хе-хе, всем привет, ребятушки, вы находитесь на канале Лосось, с вами я, Виктор, мы продолжаем записывать Little Nightmares 2. В прошлый раз мы закончили с вами на училке, злобной, страшной училке. Посмотрим, что нас ждет дальше. Так, мы дошли до кабинета, поднялись на лифте, открыв ключом. Так. Ребенок рисует мелом. Это, возможно. Ага. Мы случайно его как-то его вдарили, короче. Не знаю как. Но. Блин, может, короче, оставлю себе, пока может она пригодится мне. Ну и ладно. Эх. А, куда ты? Иногда он, кстати, не запрыгивает. Это очень странно. Он. Но это, мне кажется, тоже какие-то баги, типа, своеобразные. Вот это башка. Вот это башка, вот это я понимаю. Смотрите, какой страх просто. Ну что такое приснится, офигеешь. Все, лезем наверх. Наверху должно быть, наверное, все-таки что-то полегче. Ага. Так, но нам нужно вот ту балку, как я понимаю, просто толкнуть. И быстрее сматываться. Ну да. Все логично, пока что все логично. А, не туда. Так. Пока ничего сложного. Пока такой. Easy game. Блин. Сказал я и спрыгнул вниз. Ну, я, конечно, как я понимаю, надо было вот сюда идти, наверное. Ну да. Так, и, наверное... А, нет. Надо, наверное, взять лесенку. Ну да. И толкнуть его вот сюда. Потому что нам нужно же, да, это же линейная все равно так или иначе игра. И нам нужно сюда. О, нет. Блин, я еще не туда прыгнул. Благо тут сохранение рядышком на самом деле все. Я же вроде проскочил. Ну я этот. Там можно сделать такое-то скольжение.
Страшно. И она меня сожрала. Ладно, понял. Ай, блин, я... Ну ладно. А я-то, короче, я понял. Я иногда тороплюсь, потому что я типа зачем-то... Подожди, а мне сюда? Мне не сюда. А куда мне? Может, мне на полке выше надо забираться? Нет. Так. Надеюсь, это не внеочередной баг. А, наверное, надо, может, что... А, понял, все. Стандартно надо подвинуть коробку и запрыгнуть на ручку. И иначе ты просто не сможешь дотянуться до ручки. Понятно. Стандарт. Все стандартно. Багов нет. Блин, эти значки прикольно так летают вот здесь вот в этом. В воздухе. Так, училка ушла. Сохранение есть. Кстати, а сколько мы с вами уже забыл засечь? Ну, там 5 точно прошло. Большое пространство, если честно. Ага, ключ нужен. Но это снижает. Снижает. Так. Пацан. Пацан, ты жив? Непонятно. Непонятно, пацан жив, не жив, непонятно. Все изрисовано, глаз опять нарисован вовсю. Так. А нам надо сдвинуть. Ага. Так. Ну, это надо куда-то применить. Возможно, возможно. Вот сюда.
А может и нет. Или вот сюда. Или надо все собрать. А если все собрать, то как до сюда дотянуться? Любопытно. Так, стул нет. На этот стол-то можно еще залезть. Так, ну одну голову мы нашли. И получается еще надо три. Одна вон там. Другую мы тоже нашли. Уже осталось, по сути, две осталось. Ну, одна там наверху, но я пока не знаю, как до нее добраться. Посмотрим, будем искать выход. Безвыходных ситуаций не бывает. Всегда есть какой-то выход. Ну, глянем. Скорее всего, где-то здесь будет следующее. Опачки. Нет? Нет. Никто не пришел. Никто не пришел. Значит, бояться нам пока нечего. То есть врагов здесь нету. Вопрос. Где нам найти еще одну корону? Или не корону, а одну голову? От этого непонятно. Пока что непонятно. Наверное, когда мы соберем их, то откроется, соответственно, этот какой-то потайной ларец, скорее всего, откроется, и нам дадут ключ. Логика. Логика, скорее всего, такая. Так, куда ты врезаешься, ты вечно? Так. Я, помните, тут же... А что за... А вот это, наверное, уже баг игры. Ну-ка. Вернуться на контрольную точку. Я слишком что, далеко ушел, по-вашему, что ли? Вы чё, блин? Вот это нормальный глюк. Это благо я сразу запалил такую тему. А если бы я не запалил бы и бегал бы, как этот бы искал бы. Где же еще голова? Она вон она. Вот так потом и верь этой игре. Не пропала. Странно, что она пропала, если честно. Не знаю, чем прикол. Что-то моргнуло, что-то... Ага. Так. Король в центре. Там должна быть... Не знаю, как... Слон, короче, должен быть справа. Король внизу. Понятно. Все понятно.
Не угадал чуть-чуть, надо было чуть местами поменять просто. Так. Я ж вроде все правильно сделал. Да, все же правильно сделал. Король на одной через одну. А, не, подожди. Ну их же двигать нельзя. Что-то прикол? Может это опять глюк? Не, не может быть, чтобы два глюка подряд было. Это, ну, эта хрень что-то открывает явно. Во. Во как. Поняли, да? Оп, карман сюда. Ну вот, короче, ладно. Я просто думал, что нужно их там переставлять, потому что там неправильно она стояла. По картинке она там через одну стояла. Я и думал, что может переставлять надо. Оказалось, все проще. Просто потянуть за лампочку. Ну ладно. Слишком много, наверное, ожидаю каких-нибудь действий от этой игры. Так, спускаемся вниз, смотрим, что там. Это посуда. Хрень какая-то. Это я что, в столовку сейчас попаду, вы хотите сказать? То есть от училки я как будто бы смотался. И сейчас будет типа столовка. Заглянем. Судя по звукам, там все дерутся за еду. Как будто из Африки. Забежавшие дети голодные из Африки. Ну, прощай. А! Не попал! Вот. Слишком рано я замахнулся на него. Нет, блин, я же прям... Да что за нахер? Я же ровно бил. Я ровно ударил туда. Вы чё? Демоны. Подождите, а может здесь можно... Не, нельзя. Охренеть, я бошки им посносил. Ладно. Да.
Черт побери. Так, ну что, пройдем. А, нет! А в смысле? А как я должен был? А, и опять заново. Да что ж такое-то? Ладно. Может, надо было через... А теперь я поздно ударил, да? Понятно, я понял. Пошел нахер. Пошел нахер. О, едить колотить меня. То есть... Надо было надеть их бошку. Охренеть, да вы знаете, что происходит? Они дерутся за еду, бросаются едой. Это ж как что за жесть происходит здесь? Настоящая школьная драка за еду. Так. А сейчас я, наверное, должен был не идти, да? Наверное. Ну, это прям сумасшествие, если честно, это прям сумасшествие. Толкает их все. Но здесь так же, как в школе. Хорошие, плохие ученики. Ну их так много, мне столько не перебить. Ну что ж, а, подождите, нам нужно. Нужно сюда. Чтоб меня. Я умудрился промазать, да? И что теперь? Просто прыгну и ударю, короче. Нет. Хрен там. Держимся. Так, нам, наверное, сюда. Или нет, или я не прав, и я сейчас влепёшусь.
Не, давайте все-таки, наверное, вот так раскачаемся. Какой угол взять? Да. На нахуй, бля. Сделать, что ли, превью? Ха. Да, пожалуй, сделаю превью. Нормально. Я чё, слишком... Я что, глубоко сел, что она меня не достала? Чё это за прикол? Нифига себе. И ушла. Она вернется? Как ты думаешь, она вернется или не вернется? Да, я думаю, она не вернется. Но автосохранение тут есть, слушай. Ладно, зря толкнул банку. Так, что? Неужели просто надо ее обойти? Вы это хотите сказать? Просто обойти? Что-то я сомневаюсь, что так просто здесь все можно сделать. Ну, посмотрим, почему нет. Попробуй просто обойти. Почему бы и нет? Ну, суть... Да, хрен я обойду, слишком высоко. Хрен там мне по яйцам. Ага. Нельзя. Игра хитра. Она не дает легких путей. Только only hard. Only hard, only... Так, мне нужно вот сюда, вот, как я понимаю. Как только она там что-то захочет сделать. И, охренеть, смотри, она гений, по сути, смотрите, она там собирает, человечка собирает, что-то вообще делает. Так, ну куда ты пойдешь теперь дальше? Нога чья-то в стакане. Мозг, нога.
Ну, Ритика, мы с вами прошли даже на изи. Вообще даже не напрягаясь. Одежка у нее все-таки клевая. Опачки. Опачки. Твою ж... Да я ж... Я так и знал, что где-то есть подстава. Да твою ж мать! Я ж вроде аккуратно. Ладно. Сделаем по-другому. Поднесем сюда молоток. В смысле? Он же легонечко меня ударил уже. Эй, полухи. Так, возьми молоток, мало ли чего. Так. Чует мое сердце, здесь какая-то подстава будет, потому что, ну, тут столько досок, где-то есть. Знаете, я как Рэмбо. Я как Рэмбо, я иду и всем бошки сношу. Знаете, смотрите. Ну, ай! Опять я рано ударил. Так, ладно, надо собраться. Соберись, тюрёпка. Давай, кувалды, разъеби их всем, блин. Нет. Вот я каждый. Я этот. Вот это вот дебильное вид вот этот, когда ты не понимаешь, типа ударить, не ударить, блин. Вот по здесь понятно, прям вот. А вот когда. А вот здесь вообще непонятно. Вот как я должен ударить и увидеть, что он типа хочет меня прыгнуть в меня. Ну, типа, я вижу, что он хочет прыгнуть в меня, но... Типа, вот этот тайминг подловить. Вот опять. Он должен прыгнуть на меня. Ты почему? Почему девка прыгает на меня, и я ее бью молотком? А ты не прыгаешь, пацан, блядь. Раздражает. Вот это меня на самом деле бесит. Сейчас мы добежим. Вот так вот посносил бошки. Пошел ты. Пошел ты. Так. Так, где-то есть подстава. Вот. Вот она. Это была подстава, я видел. Я учел этот момент. Так. Пацан. Это мой пацан, мой пацаненок. Они же его, помните, утащили у меня его. Стырили у меня пацана, блядь. Чё, давай руку, это я.
Синие волосы, да, заметили, как будто из тетрадь смерти, да? Так, держись за мою руку, я тут рядом. Мы выберемся из этой хренотени. Вот она в сохранении. Давай, вместе. Оп, оп. Все. Пошли, пошли. Отседова, пацан. Пошли в другой дом. Там было неинтересно. Ох, сейчас чувствую, мы сделаем довольно-таки громко. Простите, соседи, я вынужден сделать здесь ремонт. А, все, да? Максимально сломал. А, ну мы сейчас, наверное, прыгнем. Да, давай. О, видали? Сделал ремонт дома. Нормально, по красоте пол выровнял. Так, ну и опять ключ. Опять ключ. Девка играет с ключом. Хорош, хорош. Видали как? Вот этот пацан молодец. Взял. Отвлек. Вообще, такой молодец. Вот что бы я без него делал? Так, все, ключ мы отперли. Автосохранение. Так, теперь тихенько, аккуратно, аккуратно. Нам не нужны лишние проблемы. Чего? Чего? Я же хотел сам заколбасить. Ты что отбираешь? Мой хлеб отбирает, вы понимаете, да? Поняли, да? Хлеб мой. Мы что, в музыкальную школу перебрались? Непонятно, да? Так, здесь не открыть. Значит, нам наверх. Так, автосохранение, отлично. Не, нам, наверное... Так. Ну и что там? Что там будет дальше? Что было дальше? Рубрика. Опять училка.
Надо ждать, когда она будет играть. Так. Короче, надо двигать только тогда, когда она... Замерли. Оп. И дальше. Лучше подождать, на самом деле, потому что, ну, я бы, может, успел бы, а может и нет. Лучше подождать хорошего момента. И последний разочек. Ты же не полезешь вверх за мной? Полезешь. Давай, брат! Давай, брат! Вот так вот. Вот так. Не, ну, кстати, вот это был, наверное, самый легкий уход от босса, который вообще только бывает, наверное, здесь. Еще не было никогда так просто. Это было очень легко. Вообще, просто тупо кнопку зажал и бежишь себе, бежишь, вообще не останавливаясь. Так, что у нас тут по времени-то? Так, ну, наверное, все, надо заканчивать. Ой, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь, включайте колокольчик, не пропускайте новых выходов прохождения. Там и Cuphead, там и Little Nightmares 2. Возможно... Кто-то еще, возможно, КС иногда будет залетать. В общем, до новых встреч. Всем спасибо. Здесь был Лосось.